Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала на десятерых с дополнением Gathering Storm в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Привет. Я считаю, это... Не, ты не прав. Я считаю, что если бы я захватил пару городов поляка, я бы... А почему вы русского сбрасываете со счетов? Кри сбрасываете со счетов? Японцы сбрасываете? Не знаю, просто не верю в свою победу. Кри вполне может победить. У Кри хорошая наука сейчас, сила. У Кри самая большая территория из того, что я вижу. Ну, там еще Рим, конечно, наверное, побольше, может быть. У тебя больше территория, камон. Нет. Суммарно 100% больше. Именно территория? Я прям уверен. Так. Знаете, что буду откладывать здесь? Мне надо... Понятно, что по клеткам сейчас никто не посчитает. Надо плотину строить. Буду откладывать производство пока. Ой. Блин, я забыл про своего фрегатика. Никакие топ-караваны, просто Кри у меня улетают. По 33 заход. Я тебя не слышу. Сделай что-то громче свой этот. Говорю, я не могу не сопротивляться совсем. Должен не, пожалуйста, я, значит, не, не. Я забыл просто про фрегат. Ты не забудь лучше про то, что ты после американца на меня должен пойти. Потому что... Вон симбиоза уже клонит в сон. Меня, конечно, не особо клонит в сон. Меня, я же говорю, меня не сильно клонит. Я просто померял свою температуру, я понял, что меня морозит. Типа, померил температуру, я офигел. На самом деле, что-то в цивилизации стало неадекватно много индей. Смотрю. Слушай, ну разработчики, по-моему, Ферракс, это же американцы. Типа... Так, а шарик типа, меня открыли? Они испытывают какие-то муки совести. Они ничего не испытывают, у них есть в стране такая штука, не, как ну, перед неграми и перед индейцами, перед народами, которые они, короче, притесняли, они стараются, ну, как-то больше их в медиакультуре упоминать, стараются... Да, давай. Нет, это все известная история, с неграми все понятно, но что-то понятно. Я не слышал про сильное индейское лобби, США, честно говоря. Не, Египет, прости. Я тебя не буду закладывать. Нет, все, Леш, я больше не буду. Нет, я не буду. Но многие американцы, типа, против... Ну, точнее, не против, как бы, перед индейцами... Терять два корпуса прокачанных юнитов, ну это нафиг. Блин, индейцы всего три в игре, это Кри? Три. Нет, подожди, больше. Очень много, ты че? Пачакутик. Ну, не, прямо... подожди, ты сравнил каких-то неизвестных никому мапучи и Кри с инками, с цивилизацией, которая... Не, это... Не, это великая цивилизация, Леш, как ацтеки. Леш, увожу войска, увожу. Леша, введи войска. Я не стреляю. Инки и ацтеки — это великие цивилизации наравне с любыми азиатскими и европейскими. Проблема в том, просто, что... Просто цивилизации, которым не повезло в свое время. Их, скажем так, они... Вот особенно в плане инков, их просто процентов 90, по-моему, было уничтожено европейскими болезнями. То есть у них не было иммунитета, и когда европейцы приплыли, то... Но не стоит забывать про алкогольное... Борьбу, да ну типа. Я не буду, пускай он тебе и поляк захватывает. Я просто читал. Куда кого заходить? Детский очень любил, короче. Более уже. Японец. Синемура Кубера. Японец, убери, пожалуйста, скаут около Вашингтона с этой клетки. Лёш, заезжай, давай, в стройку. Очень любил книги Финемора Купера, где он писал про индейцев, типа, и про. Последний из Магикан была классная книга, типа, про индейцев и про то, как жестоко с ними, типа, европейцы обошлись.
купим воздушный шарик. Все, уезжает от меня. Буду мучиться. Блин, разрушил мне виноград. Никто не хочет меня вынести, ребят. Что-то мне плоховато. Кого вынести? Меня. Мапучи. Блин, я реально... мне тебя жалко. Я реально что-то поплыл, ребят. Прими обезболивающее. Как же игра на победу? Вообще нифига нету в аптечке. Еще смотрел от простуды, вообще нифига. Так, хрен тоже подождем. К непредвиденным ситуациям. Слушай, но зато у меня там штук 5 разных типов угля от поноса, поэтому все нормально. Класс. Из этого мы должны сделать вывод, что ты ешь много странной еды. Из этого можно сделать вывод, что я чаще травлюсь, чем простужаюсь, как правильно сказать. Почему я вижу, что мапуча столица строит? И я вижу, что строят твои города. У вас военный союз, ну. У нас не военный, у нас экономический союз. А я вижу все твои города. У нас экономический союз, по-моему, второго уровня или третьего уже. Какой-то нервнация, но почему я тогда вижу только, что у тебя столица строит? Не знаю. Походу, города видно, точнее, видно этот постройку этих зданий, но юнитов не видно, какие строят. Ты что, юниты везде строишь? Ну, не везде, но в паре городов строю. Типа, я вижу только, что ты столица строишь, это моя. А почему этих корпусов нет, поляк? Корпусов у меня нет, потому что мне нечего объединять корпусы. А я пластмассы открыл. Две. Нет, они только ускорены. Ну, сейчас не до этого. Так, три армии или армады. Я ж вроде это делал. А, армии или армады. Когда была кавалерия, не было еще национализма. А потом национализм я открыл, но уже война... Ну, вообще, раз... Почему я национализм открыл раньше, чем ты? Потому что я не стремился. Я так на расслабоне тыкал. Два. Надо еще одну цирики, армию. Потому что мне было не особо время думать, потому что я разговаривал. Соответственно, все то время, что я говорил, я так это, двигал двух строителей по клеткам и тыкал в следующий цирик. Просто. Дружище Паундмейкер, скажи, ты видишь у меня на территории алюминий? Или ты еще не открыл алюминий? Не шел в ту ветку. Так, раз, два, три. Ты его опять залагал. Мне просто вертолеты супер нужны, типа, поэтому... У меня все юниты — это легкая кавалерия, считай. Кто это говорит? Мапуча это говорит. Смотри, у меня сейчас в военном лагере стоит юнит, и у меня нету проекта починить там эти... Привет какой-то, короче. Блин, неужели что-то затопило таки? В моем лагере, полностью разрушенном. У кого-то постоянное затопление побережья случилось. Стоит... Кому затопило побережье? Мне затопило побережье. Блин, да, меня смоет нахрен. Да, меня тоже смоет, черт его. Так, строим плотины. А, во где. Вот, там Вроцлав отваливается. И Кальмин. 6 ходов плотины. Ну все, поляк, не вернешь свои города. Потому что у меня нельзя. Тут нельзя, тут плотину. Египтянин, давай мир плотину. Я не понимаю, чем мы вообще в войне находимся, если честно. Так, героический век. Ты кинул мир. Пульс. Нам с тобой делить нечего. К оружию. Японец, а давай договоримся с тобой. Ты мне действительно отдашь просто фекалиши. Зачем? Ну ты слушай, губернатора своего туда привел, но у тебя все равно он отваливается. Тебе зачем это надо? Давай ты мне вернешь два города, и мы воевать с тобой больше не будем. Мне дали торговца на нефть, я отлично. Я все равно как бы на победу уже не претендую, мне столько урона нанесли. Но я хотя бы посижу до конца игры, мне интересно. Смотри. О, давайте тут плотину построим. В смысле, построим. Что ты там поставил, о чем ты? То есть не плотину, а дамбу. Я говорю, что героический век, во-первых. Во-вторых, у меня в каждом городе по губернатору, но их столица рядом. Два хода, ты что, или аквапарк строишь? Это мост Золотые Ворота. Смотри, они отвалятся через 6 ходов. Через 6 ходов уже отвалятся. В смысле, мост ко мне в на мою территорию, что ли? Да.
А если ты все-таки подумаешь о моем предложении меня вынести? Это Крымский мост. Не мешай. Ну так, да, да. Вообще войсковая бригада ускорена. Отлично. Так, открываем ракетостроение. Что-то контору упали. Ну, 13 ходов мы еще с тобой в союзе. 13 ходов еще поживу. Там уже игра закончится, блин, к тому моменту. И понял, ну зачем нам это надо? Смотри, сейчас город отвалится, там будут эти варвары. Мы с тобой будем с ними... Давай договоримся. Вот я вижу где-то 90% карты. Но не видишь Россию, да? Но не вижу Уран. А, Уран, да. Уран просто может быть под городами, под районами. Вполне. Строителя куплю, офигел, отремонтировать все. Ой, кстати, тут нефть топится. Ну и вот здесь промышленную зону. Ну короче, у Мапучи чуть севернее его северного, самого северного города есть нефть. Никем не занята, она топится. О, беда. Она, наверное, станет... Её можно будет добывать. Она станет нефтью в воде, да. О-о-о-о-о, я нашел уран. Я нашел уран. Ура, ты нашел уран! Да, только он рядом с Брюсселем. Надо захватывать Брюссель. Японец, давай поговорим. Слушай, японец, а у тебя там отваливаются города, ты в курсе, да? Тогда вот мы как раз общаемся на... Вот мы как раз общаемся на эту тему, да. Давай, вот что ты хочешь взамен, скажи. Просто, ну смотри, они у тебя так быстро отваливаются, что они все равно... Просто в итоге у нас побегают с тобой варвары по территории и все поразоряют. Ты мне можешь передать взамен на какие-то гарантии, какие хочешь, не знаю, на ресурсы, на зону. Могу там... Ну, договориться можно всегда. Я открыт для предложений. Блин. Не знаю, вот почему так быстро тут все затапливается? Вот это, конечно, очень странно. Поляк реализован благодаря своей хитрости. Вот этой. Поэтому я отдаю должное его талантам. Не будь поляк хитрым, как черт, он бы уже шел. Таракотову армию построил. Подозрительно. Мне нравится, как японец поездил, вообще ездит по центру карты, своя не воюет ни с кем. А с кем ему воевать? Хоть бы с кем. Ездить армию просто... Со мной он не сможет повоевать. Типа, я его вынесу просто нафиг всего. А защиту 114 у города вообще реально снять, кроме как атомной бомбы? Арта, ядерки. Нет, артой вообще не пробивает с самолетами, бомбардировщики. Современными. Да даже обычными. Там они их усилили невероятно сильно. Значит, я спокойно. Ну, нет, это у меня пшеничка под воду. Потому что раньше самолеты были не очень. Ой, что-то не заметил уран. Прям рядом со своим городом. Три, давай быстрее. Все, ты счастлив? Что, японец, ты мне ничего не ответил? Мне кажется, он не очень хочет тебя давать города. Ну, они все равно отвалятся в итоге. Смотри, я сейчас просто еще карточку поставлю на давление, и они еще быстрее. Ну, ты как бы понимать должен, что сейчас никуда не денешься ты. Ну, он сейчас тебе с такими предъявами пограбит все твои клетки, свои кавалерии. Да мы в союзе с ним. Не знаю, кого... Ну, Брюссель, понял, нужен ли мне Брюссель? Надо было просить культурный союз, что-то ты протупил. Брюссель себе чудес, ну, такое. Они бы не отваливались. Лаба завершена. Что-то, на самом деле, вы как-то медленно жжете уголь и нефть. Шпион. Очень CO2 медленно накапливается, там всего лишь третий уровень. Нормально, и так быстро, на самом деле. Её просто не очень много.
первый по употреблению римлянин, потом я, потом мапуче, потом англий. У Англии, кстати, вообще мало. Много, да. Очень странно. Может, Лёша сразу в какую-нибудь атомную пошел? В энергетику? Или в нефтяную? Я не вижу у него урана. Вот можно он есть. Да, если ты чего-то... Знаете, я думаю, нам надо делать научные проекты. Ну, блин, вот это, конечно, такая хрень. Вот ты... Я не успеваю никогда плотины. То есть, как бы я ни старался плотины начать строить, просто сносится все. На самом деле, смотрю, я территорию мирю Америка. Даже захватил я его. Хотя нет, здесь можно было. Здесь у него хорошие города, Вашингтон особенно. Русские, пошли на Лёшу с тобой вдвоем. Мапуча, а ты мне как-нибудь вернешь моего шпиона? Ну, если ты предложишь как-нибудь... Не, ну давай в твоих руках как бы, в данном случае. В моих руках... В твоих руках товар, ты назначаешь... О! Флорида, бро! Артиллерия. Ура! Ну, Лёш, ты считаешь, что это нормально, вот, когда корпус артиллерии сносит так мало стене? Ну, считаю, да, судя по тому, какая у тебя сила у военного лагеря. У военного лагеря сила 64, у меня... Не, я имею в виду, что это мало. Это нормально. Ну, фиг знает, мне кажется, это очень мало. Так, все, Балтимор больше не отваливается. Кстати, у тебя... Че, они даже с губернатором восстают? У меня век героический. Так, давайте пересядем карточка. Из Вашингтона, я думаю, что здесь нам... Так, а куда нам хватит, делать? Давайте карточку Виктора в Шеффилд. Карточку не надо было ставить, теперь у меня Вильнюс ставят. Это у тебя Вильнюс без карточки отваливается? Подожди, карточку я еще вышу. Он мне сильнее отваливаться, да. Все, нашел. Нашел карточку. Ну сейчас я поставлю на лайк. Так, бегают. Из Стокотрентов, из Киота бегают, из Престона бегает, из Брэдфорда бегает, из Ливерпуля бегает, из Лидса бегает. На самом деле, Золотые Ворота довольно бесполезные чудо. Да, ты что? Пойти из Лондона на производство тогда запустим. По максимуму. Опа. Негде разместить художников? Что за дела? А есть сейчас сильнее, чем корпус современных танков? Ну, не считаю, робот. Армия современных танков. Авиация сильнее, чем танк. Я имел в виду армию современных танков. Авиация. Я сказал корпус. Японец, пока у меня больше тебе нечего предложить, но я над этим уже работаю. Если тебе там нужны ресурсы стратегические, то я тебе могу обеспечить. На всю жизнь, видимо. Можем пожизненный контракт заключить, если хочешь. Будешь работать на японскую военную машину. Я готов, да. Ребят, ну вы говорили же, что не передавать города. Ну что? Ну, вроде как говорили, что нельзя передавать города, когда тебя выносят, а когда это происходит в результате как бы сделки, это все равно. Нет, просто мы так долго обсуждаем это, что вы могли уже остановить нас. Я думал, вы обсуждаете, что если они отвалятся, что японец не будет их захватывать, и что они тебе перейдут. Когда ко мне перешли, я предлагал японцу просто передать мне их, чтобы избежать стадии вольного города. Они просто уже через три хода отвалили. Убили все-таки. Не, подожди, Леш, если два человека условно договариваются в обмен там на что-то или, ну,
как бы же адекватно, по-моему. Не, ну тут двоякая ситуация, в принципе. Как бы, блин, с одной стороны, да, это более-менее нормально. Два человека по обоюдному согласию, типа кто-то чего-то от этого выигрывает, ну то есть по-хорошему оба участника договора от этого выигрывают. Почему это должно быть запрещено по правилам? Если это есть в опциях, типа как дипломатия. Не знаю, сложно. Я так, просто новый курс поставлю. Логику понять. Так. Какие-то чудеса у нас возможно, как Эрмитаж только если. Нет, не хочу. Давайте археолога или шпиона. Давайте хорошо, шпиона, а археолога купим. Может здесь купить Рим с тобой будет. Посмотри, видеть? Пожалуйста, предложение. Арту купить. Ну и армию сделать арты. И давай дружи. Не. Сохраним деньги. Мне там не особо нужны эти города Египта, так уж сильно. Так, следующим ходом я увижу, есть ли у меня уран. Укрепь просто 14 Боже. Городов. Офигеть, но ни с кем не воевал. Че, воевал? Римом воевал. Он не завоевывал город. Да, да, никакие победоносные шествия не устраивают. Зачем? Да, в принципе, все правильно, незачем. Типа... Производство. Ты своей гигантской военной кампании не смог ни один город захватить в конечном итоге. Один. Попрошу вас. Я про американцев. Я вербовка партизан. Американец ушел спать. Следующий человек. А, или про то, что это Египет, потому что не смог захватить. Да, надо про это говорить. Японец, а почему ты построил гавань с выходом во внутреннее микро, а хотя мог построить большое? Нет, там он не мог построить. А. Мог во Вроцлаве мог. Ну, он мог. А, во Вроцлаве. Может там меньше бонусов. Но все равно это очень странное решение. Если воевать на море, то там с Халецким. Там вообще не это. Там нету бонусов, там нет никаких. Всегда можно канал построить. Вы забываете, что теперь канал. Ну да, можно, но это все-таки сложнее, чем просто построить на другую клетку. Ну да, тут тем более крабы есть. Тут да. Раз, два, три. Он нет, там да, только на крабах успевает. Он там только на крабы и мог его поставить. Ну да. Все по плану, вы понимаете, у человека многоходовочка была изначально против вас. Давай, японец, дружба, блин. Давайте меня кто-то вынесет. Я помираю постепенно. Не, я серьезно, мне что-то совсем хреново. Но буду благодарен. Общаешься ты тут за двоих все равно. А это просто моя натура, я всегда много. Как бы не между вашими войсками своим рабочим бедным пройти. Я люблю трындеть. Да мы заметим. И вам это нравится? Здесь бы я поспорил бы, конечно. Я шучу. Нормально, здесь римский воин бегает. Так, давайте, наверное, к Кри отправим. Господа, вы ходите по месту воинской славы. Да, что у нас
с ураном есть источник урана. Отлично. Зачем тебе посольство в моей столице? Еще где-нибудь. Вроде не монгол. Рядышком может быть? Нет, вроде не. Ну, мне этого достаточно. А почему мы не можем союз? А, я тупой, сори. Ты сейчас союз. Просто... Я просто работаю штатным айтишником в ночном клубе, вот. И типа ты просто мне напомнил девочку, которая типа, я с тобой, но только если ты не монгол, тебе. В том контексте. Какие у нее интересные вкусы. Ну я просто, у нас типа в Харькове, получается, это самый главный чернильный ночной клуб типа города, куда все хачи типа приезжают заниматься сексом. Слушайте, вообще вот такие неожиданные странные факты, которые никогда вам в жизни не пригодятся, не помогут. Мне кажется, хачи это не политкорректно. Ну не знаю, ладно. Чурки. Теперь Лёша не сможет выложить это видео у себя в Ютубе. Он просто запикает. Вырежет этот момент. Как можно запикать слово хачи? Хапи! Если вы будете повторять слово «хачи», то действительно будет проблема. Лёш, поделись с нами опытом, как самый... можно запикать это слово? Пикалкой. Специальная пикалка есть. Ну, в принципе, зачем его пикать? Это же не мат, по сути. Ты просто представляешь, что за 2 минуты тебе придётся 10 раз запикать слово «хачи». Или сейчас просто тебя замутить, чтобы больше его не было, правда? И не было у меня лишней работы. Как тебе такой вариант? Я больше не буду. Не, Лёша, может просто ничего не укладывать и все. Или да, или так. Это центр вещи. Или, знаете что, или начнем уже проекты. Аси говорит, ичах. Боже мой. Ребят, вы реально сходите. Вы курите, да, что чем больше вы повторяете, это не становится менее как бы... Уже как бы менее не смешно, серьезным, значит. Более смешным, да. Наоборот. Слушайте, ну у нас игра застопорилась, надо как-то себя развлекать. Ну давайте воевать. Чё, давайте воевать, да. Отвлекаемся все 30 ходов. Не, ну не все 30, ладно. Сейчас, подождите, я мостик мапучи построю. А, ну, кстати, да. Ко мне тут мост Золотые Ворота строится. Я считаю, что игра достойна того, чтобы быть выложенной только из-за героической обороны, как бы... Которую Лёша не наблюдал, потому что он был занят своей игрой. Зато он всё слышит. Из-за героической обороны Варшавы и блестящих политических ходов. Ты же понимаешь, что в комментариях напишут, вот Польша не очень хороший человек, разговаривал по телефону во время игры. Да. О, трачки, Шек не ответственен. Меня там уже называли хлюпиком и сопляком, потому что у меня сгорело, а то, что Соло мой город разрушил. А почему я не выстрелил? А, нет, понял. Знаете, к мапуче. Или вообще посадить у себя. Не, к мапуче. Мне интересно, как будет выглядеть, вот когда мост достроится, как он будет выглядеть, типа, к промышленному району, как это будет выглядеть. Я просто не совсем представляю, как оно будет сливаться. Типа дорога. И как ломать этот Преслав? Ломай его полностью. Я в процессе. Музыканта наняли. Мастерскую. Так, где там лагерь? Блин, надо купить здесь рабочего. 7-3 хода, ну блин. И что, некуда? Надо где-то здесь еще театральную площадь делать. В общем, короче, переходим на альтернативную энергетику. Да вы уже засрали всю природу, блин, альтернативными своими энергетиками. Будем засорять ураном. Кто там говорил, что климат медленно меняется? Уже нормально, уже к пятой фазе подъезжаем. Тут уже лагерь варваров затопил на одиноком островке. Вот посмотрите просто, Клеопатра, ноль. Я с
самый безвредный. Потому что ты не вышел ни в нефть, ни в уголь. Не, в нефть я вышел. Ее у меня нет. О, Японский оперный театр. Слушайте, у нас большой театр загрязняет. Три, по-моему, больше всех загрязняет. Не, Рим. Протестую, Рим. Это все у нас Рим. Есть, у нас есть по загрязнению, получается, Рим. Лидер номер один, Кри номер два, и я номер три. Значит, надо Крищем мить. Чё, Кри, я только второй. Меня я уже перешел на альтернативную энергетику. Ну я так и мазутом смолю или там углем чем. Ну нормально работа. Казармы. Надо, кстати, гидроэлектростанции строить. Леша, что ты Лос-Анджелес решил снести? Он постоянно отваливался, нафига мне это? Я понял. Ну там просто камбус стоял на плюс 5. Не, ну, к сожалению, он все равно мне ничего бы не давал. Ну да. Да, ну Балтимор. Не успеваю я тут, видите. Очень хотелось бы в Лондоне построить. Смотрите, все, ушли лошади. Просто ушли. А тут еще коммерческий район в опасности. Вы все по союзикам встали. Все равно три хода. Да что ты будешь делать, ну? Что за хрень с этими плотинами? Не совсем понимаю. Кто два там, хода. Кто у тебя там по союзикам? Не, у меня ни с кем союзников нет, у меня только с Польшей есть. Ё-моё. О, раз. Так, ладно, укрыли достижение, мы открыли монархию. Прикольно. Поздравляю. Ставим лайк твоему достижению. Лукас. Так, перебираемся в следующий город с губернатором и... Что-то экономический союз у меня с... И производственными площадями. Это у нас Равенна. Пришел твой спаситель? Избавитель. Слушай, японец, тебе очень нужен брюч. Смотрите, как он сжимает потихоньку. А еще там говорили, что уран рядом с Брюсселем. Да ладно, давай поделим. Мне Брюссель, тебе лес за Брюсселем. Как тебе? Давайте так. Короче, японцы уран. А Польша все остальное. Японец, тебя, конечно, развели капец. Ты просто дал два города. Надо японец не слушать. Не, давай, не будем. Ладно, все забудь про Брюссель, я забыл. Нужен так нужен, господи. Свои люди, договорились. Поляк, ты реально его развел. Просто вернул свои границы до вторжения. В итоге японец просто так проехался армией, ничего не сделал. И что там, лояльность? Не, он совершенно прав, там три хода оставалось, что он сделает? У меня героический век, у меня все на лояльность включено, они бы через три хода отвалились, через пять ходов вернулись. Ему какой смысл иметь варваров, которые побегают, у него ферм порушат? Берет, захватывает Краков и не парится. О, там стены стоят, и там у лагеря уже эти опять стоят. Хорошо, берет. А, захватывает Краков? Мы в союзе. Так он отваливается, как варварский, он захватывает этот город и уничтожает его, все. Например. Ну это сложно, это время и... Чё сложного? Там легкие варвары. Да. Ничего сложного, за один ход захватывается всё. Да.
Или просто бы его так перекочевал, ну, выносил бы, себе бы, оставил бы, потом тебе героический век готовился, что мне удобно. Вот вы пытаетесь убедить японца, что его надули, а он да. Принял единственное верное решение, которое мог принять разум. Конечно. Уголь. Как лоха, короче. Вообще надо бы ставить города мне здесь. А лохопедом-то назвали меня вначале. Ну это Инвиктус что-то погорячился. Да. Викус просто хумуса переел, походу. Так, что у нас тут дает? Плюс 3 закона. Может быть, мацы? А в чем юмор? Он вегетарианец или еврей? Больше того, да нет. В Израиле живет, если я не ошибаюсь. Викус вообще нормальный тип. Хищение технологий. Так, никто... Кажется, кого-то спалили только что на расизме немножко. У нас очень сегодня толерантная команда. Два хода. Инвиктус Тюрей, ну и, а как мне казалось, что он нормальный тип. О, а там кто-то России войну объявил? Кахоке, это я пересюзеренил, Россия со мной воюет с незапамятных времен, хотя я не видел. Ясно. Я с тобой не вою, я объявил войну американцу туда. Да, да. Незапамятные времена. Так замиритесь, чё. Да ладно, она ничего не знает. Да я его не знаю. Я его не знаю, он меня не знает. Живем нормально. Ну, отлично. У меня ни одной единицы алюминия нет. Вообще. Кто мне продаст алюминий? Я могу. Так никто меня не выносит, что я спать пойду, я же не могу бросить игру, как бы. Лёша, у меня 10 ходов досталось. За что? Подожди. За что караван-то? Ну, деньги. Ну, ты сказал бы, я бы тебе отдал бы так. Как ты мне можешь отдать? Через посредников. Такая-то сложная схема. Ну не сложнее, чем выносить города, которые отваливают. Почти МММ. Да, вот интересная ситуация. Никогда бы не мог подумать, что не успеваю выйти в компьютер, и меня затопит. И тебе что? И меня затопит. Почему у меня... Кри, город, что хочешь за моего шпиона? 700 золота проси. Не, кстати, отдам. Пусть будет сидеть. Долго и мучительно. Почему у меня нету значка атаки дальнобойной? 34. Хотя оно может стрельнуть. Что за... В принципе... Так, чё мне не хватает? Чё у тебя есть вообще, в принципе? Денег тебе не хватает постоянно, потому что... Так, это кто-то построил, или? Все настолько забили на культуру, что просто капец. Ну, у нас только Алёша выигрывает сильно, на 100 очков. У нас японец 219. Не, вон, ой. Да, русские предложения. Но все равно, типа, для 134-го хода это... Ну, видишь, никто... Ну, да. Играл. Зато вон у Лёши больше всех науки. Видишь, нормально все будет. Тут, короче, сейчас будет сражение для великих людей. Вот, кто каких успеет зацепить. Ну, тут два сражаются. Вон, Рим и Лёша. Ну, да. Ну, еще и этот... Кри. А в чем прикол строить Каса де Контрансьон, если у тебя все города на одном континенте? В очках эпохи в чем? Типа можно какое-нибудь другое чудо получше построить. Давайте так, кто Лёша объявит войну, я дам 100 золота в ход. Так вон Египет меня уже войну объявил. Давай Египту. Я готов. Дай мне 100 золота в ход, я уже с ним... Дай мне 100 золота в ход, я объявлю сейчас.
Мне кажется, Лёша сам по себе объявил войну, если бы мог. За 100 золота вход. Блин, свалим отсюда. Я объявлю войну Халецкому, давайте. Рим, где мои деньги? Они пап. Я воюю уже, ходов 50. Можно мне 5 тысяч, пожалуйста? Короче, Рим, если ты сейчас не дашь 100 монет вход в Египту, я с ним замирюсь. Вот это шантаж, да? Нет, ребята, пожалуйста. Мне кажется, это не шантаж, это какой-то развод просто. Схема. Рим, где мои бабки? Русские предложения. Три предложения. Русские не принимают. Русский, если это русский, то не принимает. Ну, хоть достроится плотина, я надеюсь. О. Ой, наконец-то увидел русского, офигеть. Вот. Ты всю игру играешь с 6 городами? Да. Это кто, Египет спрашивает? Который всю игру играет с 6 городами? Я-то воюю всю игру с 6 городами. И что? Он не воюет всю игру с 6 городами. Леш, у нас совсем разные. Тебя никто не заставлял воевать, ты сам полез на... Я уже обосновал... На всех ты сам полез, да-да, египтянин. Эту войну я обосновал уже 500 раз. Египтянин, вот послушай, ты захватил у меня Вильнюс ходов 15 назад. Нет. Ты до сих пор ни одной фермы не починил, ты плохой хозяин, верни город. У тебя жители страдают. Мне не надо, чтобы он рос, так он и так сильно рос. Мне не надо, чтобы Вильнюс рос. Нормально. А что ты всего 3 сфинкса построил? А4, давайте я да. Куплю тут фабрику. И куплю, наверное, я воевал, мазутную. У меня не было. Тебя никто не заставлял это делать абсолютно. Боже, как вы заладили-то, а? Меня мое рост. Все, надо сейчас закончится плотина, надеюсь, в Лондоне. Ставим космопорт. Египет, я тебе дал сделку. Надо это менять местами Магнуса и Пенгалу, видимо. Хотя у Пенгалы там космическая гонка. Не знаю. Я понял, в начале игры Кри говорил, что ему негде селиться. Кто? Да, Кри говорил, негде селиться. Он больше, да, всех он говорил, расселился. Меня, говорит, заперли, мне негде селиться и не знаю, что делать. Так, смотрим, что по науке. В принципе, мне изначально так казалось. 490. Потом я пошел на территорию ниже, территорию выше. Ну и Кри тут недалеко. Да, думаю, хорошо, все видим культуре, уже. Что... Ну, конечно, ну, блин, я тут вам всемирный картограф, все. Мне интересно, вот, а кто из вас всерьез, короче? Можно прям вот поименно? Ой, египтянин, ты рассчитываешь на что-то? Лига легенд, мы... О, Лига легенд, блин, это начинает лагать цивилизация жестко. Лига легенд, что у меня с головой уже происходит? Ну хоть не Майнкрафт, уже хорошо. Давайте вот тут, а, тут холм. Нет, тут равнина. Слушайте, ну не сильно уместное сравнение. А, не подходит. Во, вот тут могу. Лигу легенд хотя бы можно игрой назвать. В Майнкрафте это гениальная игра в твоем роде. Между прочим, Майнкрафт хорошая игра. Это в твоем роде? Так, я понял, с кем я больше не общаюсь. Я просто выхожу из этого чата. Вы зря так смотрите на Майнкрафт. На него нельзя смотреть по-другому, если тебе больше 13 лет, не знаю. Когда я узнал о Майнкрафте, мне было сильно больше 13 лет. Я, конечно, речь о ментальном возрасте. Хорошо, ладно, это я не могу заявить с уверенностью.
Уболтали. Танки стоят на границе. Чат, тебя это вообще не смущает? Что не смущает? Что у тебя перед границей армии современных танков? Так у меня же союз с ним. А ты посмотрел, через сколько он кончает? Ну я заключил его ходов 5 назад. Странно, что они здесь в таком количестве. Ну знаешь, там они стояли, не знаю, ходов 20 уже. Так, я хотел я поселенцев, кстати, покупать и строить. Я был, я не собирался. Они там на всякий случай стоят. У чата не было никаких дурных мыслей. Куплю алюминий. Он долго не хотел соглашаться на эти условия. А сколько дашь за алюминий? Я продам. А сколько, за сколько продашь алюминий? Да. Вот и закончились переговоры. Не, ну хорошо, сколько у тебя единиц есть? Обменяй алюминий на шпиона. Сколько у тебя единиц есть? У меня сейчас 27. Ну давай, пойдет 5 штук за 500 голды. Ты сколько штук за 500? 5 штук за 500 голды. А ты что скажешь, Мапуче? Так это он и говорит. Ой, это там Кри. Кри. Да мне на самом деле особо не надо, я просто предложил шпиона. Ну ладно. Так, не, я готов за алюминий. Давай, 5 алюминий за шпиона. И Мапуче тебе согласен тоже. Предлагай. Да не хочу. Дешево. Дешево уже был готов. И дешевле самому с алюминий добыть. Ты его открыл уже? У меня фризит игра, поэтому я не уверен, насколько быстро я его смогу. А, это тот этап игры просто уже. Я думал, он попозже наступает. Нейтрализовать губернатора, отлично. Объясните мне, пожалуйста, почему... Сделка уехала. Оборона именно так работает, что чем больше снято стен, тем больше начинаются пробиваться именно ХП у здания или города. Ну, очевидно, потому что больше снято стен. Нет, ну просто, блин, по логике вещей сначала должны полностью сняться укрепления, потом уже ХП. Нет, по логике, представь реальную, реальную осаду. То есть у тебя в одном месте где-то стена такая уже пробита, и там начинаются проблемы. Через нее начинают города. Уже попадать снаряды на, собственно, ладно, хорошо, сам город там. Объяснение меня устраивает. Спасибо большое. Угодили, видите? Надели, не до слов. Продажный вармонгер говорит японец. Давайте так, японец, ты за сколько голды вход готов объявить войну Лёше? Совершенно всемирное сообщество настраивает против тебя. За 1000 вход? Ты что, гонишь что ли? Ты грабёшь? Но с японцем хорошие отношения, не знаю зачем ему. Все стоит деньги. Вопрос. Я думаю, тысяча это. А кто там сосед Рима? Кто за сколько готов Риму объявить войну? Давайте так. Вот Кри и русский. С Римом Кри и Россия только сосед. Ну. Я союзе с ним, я не могу пока объявить войну. Блин, я еще смотрю на твою армию, смотрю на его армию. Думаешь, пипец настанет, если его начнет. Еще знаю твою линию. Ой, ну все, я ливаю, ребят, до свидания. А геотермальные источники — это круто. Египтянин. 4 энергии дают. Египтянин. Да. Ты понимаешь, да, что мы с тобой теперь в этой игре два слабых звена самых? Так, нам надо держаться друг к другу. Я это ощутил еще, когда я не смог Вашингтон забрать. 10 ходов. Понимаешь, что если бы не ты, то ты бы был один, а ты меня с собой потянул. Причем здесь я? Тебя японец два города захватил. Ну да, а из-за кого? Из-за того, что мне пришлось защищать Гданьск. Где мой Вильнюс? Верни Вильнюс. Нет.
Ну вот. Что и требовалось доказать. Японец, на тебя все шишки кидают. Понимаешь, японец по итогу воевал ни за что. Вообще ни за что. Я воевал хотя бы за один город. Японец воевал за кодекс Бусидо. Ну это, блин, это все бред. Я серьезно. Нет, у меня рис утонул. И город стал прибрежным. А, кстати, видел такой момент. Короче, у города тайлы тонут, но его невозможно при этом захватить кораблями, которые бьют, ну, эсминцами. Россия потому, получает великого полководца Наполеона Бонапарта. Ну, кстати, если ты не знал, Лёш, то как бы Наполеон был изначально русским этим. Да. Нет, он даже более того, он хотел. Он же сватался да. В красивой знати. Его, да. И он войной почему типа на Россию пошел, потому что его царь оскорбил это. Ну, это уже домыслы, пошел, прямо и... скажем. Ну, это, но есть, то, что это он... есть одна из версий, да. То, что он хотел устроиться на службу. Ладно, в русскую люди, армию. Устраиваю аукцион, на кого скинуть ядерку. Устроить ядерки? Да. Давай, сколько ты хочешь за то, чтобы на Рим сбросить? Давайте торгуйтесь, начальная цена 100 золотых. Я готов скинуться деньгами, если ты не просто 100 золотых начальная цена. 200. Сбрось на меня. Сбросить ядерку — это разовая акция. 200. Боже, это реально фарс какой-то, а не Я понимаю, что, конечно, не мне это говорить, но все равно. Кстати, я могу на себя скинуть? Можешь. А, да, можно, дури. Но это будет совсем бред. Сам себе заплатишь, видимо. Ладно, тогда буду... Сохраню город. Сам буду решать, на кого скидывать. Говорю, кидай на меня. Да, причем на Лавкин мапу там как раз армию уничтожить. Халецкий захватил город Саис. Наш долг остановить агрессора. Как вам? Хорда, ты там что-то совсем забился под Халецкого. Не стыдно тебе? На чью победу играешь, кто, а? Кто под меня забился? Япония. Почему Япония? Ну, потому что... Давай, я дам тебе... Деньги. Я с ним в союзе с самого начала. Чё за фигня? Что за фигня? Под Халецким с самого начала. Я сам с детства под Халецким. Так. Давайте художественный. Даже я даже куплю. Что он играет не за себя? Ну, я не знаю. Он хочет, чтобы на Рим сбросили. Тут он мне предлагает денег за это. Ну, типа... Это очень необычно. Скажем так. А за сколько можно записаться в список, на который не буду сбрасывать ядерную бомбу? Я думаю, что такого не существует. А у всех нормально ходы сменяются? Не подлагивать ни у кого? У меня нормально. У меня просто перед каждым ходом подвисает немножко сама игра. Ну, потому что... Да, ну, наверное, думаю, что японец может туризмом победить. Хотя... Ну, от меня зависит, победит он или нет туризмом. Тут еще один повод не сбрасывать на меня ядерные бомбы. Да, смена хоста сейчас будет очень интересным процессом. Я правда не знаю, как японец пытается победить культурно, если у него всего 100 туризма с чем-то. Да, он же ничего не пытается. Вот я поэтому и говорю, он играет на Лёшке.
типа, у меня сейчас без шедевров 50 туризма. Тупо там за счет парочки чудес и еще какой-то магии. Блин. Ну это плохой стан. Ну типа... У меня сейчас, короче, затопит клетку, в которой, типа, у меня мост золотые ворота связан. А вон где еще уран. И что, при этом будете, понятия не имею. У меня будет мост никуда. А где, кстати, у тебя мост? А, вижу, вижу. У меня будет мост в никуда. А у меня же нарисовано, что затоплена клетка. Интересно, он... Может, он обрушится? Типа, на наводнение 3 метра. Может, он реально рухнет? Не, ну чудеса, в принципе... Производство, я не думаю, что тебе вернется, кстати. А если не успел построить дамбу и клетку затопило, когда построишь дамбу, она не... А клетка не вернется. Ой, я имел в виду не дамбу, а... Да, плотину, но не вернется клетка. А можно ли, в принципе, вернуть клетку? Нет. По-моему, когда ее подтопило чуть-чуть, можно, а когда она уже ушла под воду, то нет. Если да, именно так. А каким образом она возвращается, если подтопило? Строительно? Ты строишь плотину, и она окружается плотиной и становится опять нормальной. Кстати, Россия теперь может нападать на Рим. Так как льды растаяли. Можем, у нас есть река Иордан. Давай-ка. Так, мы так и не решили. С Мапучи мне вернут этого шпиона. Что я там могу предложить взамен? Я каждый раз спрашиваю, мне нет. Алюминий. Ну, у меня тоже вопрос Кри. Я с удовольствием дал бы, у меня нет алюминия еще. Ну, не давай слона. Давай шпиона, значит шпиона у тебя нет. Хочешь дам слона? Или кофе? Купи слона. Хочешь слона? Купи слона, давай. Я подумаю на твоем предложении. Ну да. Корона, ну все, я предложил. Кри предложение. Давай ты еще и кофе мне дашь. Давай. О, давай. Тогда пойдет. Леша, тебе на сайз не хватает энергии. Все хватает, а на мой город не хватает. Хай они там все передохнут в темноте. Грязные египтяшки. Вот за это могут дать бан. Тебе тоже пропикать придется эту фразу в финальном ролике. Так, кстати, хорошо, я так понимаю. Грязные египтяшки. Ой, смотрите, а японец построил в моем городе терракотовую армию, она мне... Как это в твоем городе? Ну он захватил города, потому что... Он там построил терракотовую армию, да, теперь я обнаружил, что у меня есть терракот. Ну, дружба, это когда вы... Совершенно неожиданно, такой фейл, просто... Дружба, это когда вы друг другу посылаете шпиона. Это любовь. Love is. Союз это. Ну чё там уже последнее? Нет, ещё нет. Боже, да вы там всё перекупаете кахоки и прочие эти? Да не делают мне как с послами, вот я их перекупал. Так. Выйдем... Синтетическая а там что-то оптимизация. Рабочие или строят военные? Дальняя инженеры, связь, 3 аэропорта, или 4 это развлекательных комплекса. Плотина это здание. Инверсия на производстве. Отключу. Губернатора. Где там у Рима? Построил он космопорт? Так, так. Нет? Ну, пока не видно. В Рим не вернулся. Топ-пыль открыл. Но оно, видимо, только на утесах позволяет. Ну, давайте в Аквилею. В Аквилее есть? Оно строится просто как стены.
центре города, оно само автоматически окружает нужные клетки, укрепляет. Ничего не пойму, у меня этого здания просто... А вот оно, вот все, я... Pierre was right when he's... Ну, хай-сейс отваливается. Могу никого найти. Он долго будет отваливаться, тем более. Так, театральная площадь завершена. Не, ну 30 ходов я должен успеть. Должен успеть на улет. 580. А Кинос города государства, да, может, мне помогут. Смотром вообще ничего не решит. Рапануи нафиг надо, Антанариу я сюзерен. Да, Занзибар, ну тут без вариантов. На сотку больше науки, чем... А при чем здесь наука, да? Антиохия. Ну, потому что он сейчас до роботов разовьется и снесет просто все ближайшее к себе. И японца, и египтянина, они просто снесут роботов. Да зачем мне японца сносить, если я с ним в союзе хорошем? Ну зачем мне сносить японца? Я просто не понимаю... По поводу робота. Ну, для очков. Нет, а если ты сейчас... Почему ты решил не улетать? Ты уже по-любому в ракетостроении давно... Давай союз перезаключим. А, просто за 170 ходов улететь просто нереально. Это прям 100%. Это реально улететь. Я улетал за 153. Да, за 150, 150 вполне реально улетать. Даже вот на этом. 150 сложно, конечно, это надо там... Ну так почему никто не улетает? Так еще 30 ходов вполне. Слушай, ну ставь города, я не знаю, что там Рим делает, пускай он ставит города проекты научные. Я не знаю, как... Ну, я не хочу объяснять человеку, как ему побеждать. Особенно, когда побеждаешь ты. Да, особенно, когда, просто... это, когда это будет мешать победить мне, действительно. Почему я должен ему рассказывать? Наука просто на таком этапе 450 там, и 550, это как бы разница уже никогда, там 50 и 150, это совсем другие уже цифры. Тем более, когда уже все изучено, эта наука не роляет, там роляет, что, какой кто проект уже читает. Как... Ну, например, тут Крим хочет мой. Там... Лазеры успешно добыть, вау. Ну, в роботов надо выйти, потом вот в нанотехнологии. Три танка, два аэродрома. Ну, три танка можно будет и купить. Не знаю, просто ты по-любому уже давным-давно... Вообще, глобализм, я иду в глобализм. Как бы... 1-2, мне 8 ходов, так что давайте, может, отложим. Давайте вот так в нанотехнологию пойдем. Ученые тут давным-давно уже, его никак никто не мечтает до конца проекта. Я смотрел, когда Рим у тебя было 900, у Лёши было 50, по-моему. Сейчас у вас ровно уже. Типа, чё за бред? Что-то читает. Видно, что Лёша просто догнал, сократил там 800 от 100. 1500 это просто там последний проект. За 0 ходов. All the girls in the world. Ещё вроде он инженера взял на 750. Блин, нужно как-то с Лёшей теперь бороться. Да ну, на самом деле, на этой стадии, я не знаю, что, вам нужно ядерки кидать, хотя они не долетят просто, ну, подлодки. Короче, ладно, не буду я рассказывать тоже, как пытаться победить Лёшу, потому что... Лучше я просто заткнусь. Что, ты мост построил, Крюк? Крик. Да нет, еще есть. Сейчас оно затопится и теперь. Давай. Шустрее. Ходов до следующего таяния полярных льдов один. Все, ты не... Сейчас оно затопится. Тебе сколько его еще строить? Чат, сколько тебе его строить еще? Во-первых, я его строю не на суше, а на воде, так, и нельзя затопить.
клетку рядом затопят, это будет мост никуда. Сколько? Да, это будет дорога с моей стороны, но не с твоей. Это будет просто, это будет мост, который я ставил дороги на... Это будет трамплин. Это будет тайл дороги на территории Кри, но к земле он будет прикасаться. Достроил все-таки плотину здесь, вау, я молодец. Так, а в Нью-Йорке плотину не строится. Это не у Кри, это у Риблин все-таки летит, а топит. Строители. А, да, вижу. Дайте еще а строители. Что, не построит, это... Я, конечно, железную дорогу вообще не строю здесь. Шесть ходов. Надо поставить карточку, наверное, на апгрейд юнитов. Просто, по-моему, в ЦИВе ходы 130-го уже просто все города читают правильно. Не знаю, ну что, гипс давайте. К производству при строительстве зданий в этом районе. Блин. Не знаю, у меня везде все построено по-хорошему. Вот кто что думает по поводу случайно выдающихся резолюций на Конгрессе? По-моему, бред. По-моему, тоже. Насколько было интересно в пятой ЦИВе самим выбирать, за что голосовать? И насколько вот это они сделали бессмысленной просто тыкалкой? Ну, может, если механику докрутят, потому что механике, очевидно, нужна докрутка. Нет, механики просто не надо, знают, чтобы кто-то, чтобы люди предлагали свои резолюции, а не вот это. Вот смотри, тут три резолюции, ну, это было бы... рандомно абсолютно. Ну, то есть должно три человека предложить по одной резолюции. Это, по-моему, это логично. Самым большим количеством дипломатических очков, по идее. Самым большим мирового влияния, можно... мирового влияния. Больше прироста мирового, ну, влияния, да, или да, что-то, да, типа того. Нужно, чтобы люди еще, ну... как-то их стимулировать тому, чтобы вот они, когда у них всплывает справа этот конгресс по оказанию помощи, да, чтобы они как-то, ну, хотели его принять, чтобы начали им помогать, чтобы эти проекты, которые люди там читают, просто им что-то давали самим. Потому что, по сути, там можно кинуть денег, конечно, но деньги обычно редко кто-то кидает. Обычно читают проект. Какой офигенный мост, слушай, просто пушка. Построился там мост? Мост почти. Ну мост строится. Оливки, он не разрушится никуда. Коммерции. Там реально, да, я же говорю, там реально будет японец на это. А стоп, смотрите, а что они ходят? Дает? А так может клетку еще можно? Слушай, мне кажется, здесь сейчас, ну короче, непродуманная ситуация произойдет, которую разработчики, ой, не предусмотрели. Никогда такого не было, и вот опять. Ну, прям, то, чтобы это было не предусмотрено, ну, как бы, не то, чтобы сильно часто такое происходило. Ну, то, чтобы это было решение какой-нибудь ситуации было фиговым, это обычное дело. Вот то, чтобы что-то совсем было не предусмотрено, это довольно редко. Давайте так, кто реально, кто против Лёши, войну объявить, я 100 голды вход отдам. То же самое против Рима предлагаю. Чёрт, тогда 200. Я готов объявить войну против Лёши. Можно, просто смотрите, можно и против меня кто-то объявит войну, получит 200, и кто-то против Рима объявит, а кто-то может один и против того, и против другого получить, и с каждого снять денег. Не получится, не получится, денежка перестает капать, если ты в войну. А ты сначала... А, да, точно. Да. Можно взять... Схема прогорела, Алексей. Так можно посредниками. Нет, Рим, а ты можешь объяснить, что тебе дает то, что люди объявляют войну Лёше, как бы... Как бы да, Лёше все равно сделать никто ничего не может. Объявить войну — это весело и прикольно, но сделать... Ну, как бы надо воевать, надо реально войну вести, я вам помогу. Ну нет, просто тогда ты должен, по идее, как-то ставить вопрос. Говорит, объявить войну Лёше, и я дам 100 золота. Я не в состоянии, у меня ресурсов нет. Я бы мог, как, ну я его просто не вижу. У меня один вертолет есть, один корпус вертолетов. И куча неапнутой легкой кавалерии, под которой у меня просто нет. Вертолет — это уже что-то.
Корпуса. А, Мапуче, что за моего шпиона хочешь? Алюминий. Много алюминия. Много это 5. Алексей, нельзя, не сейчас отдавал ему. У него же там эти лазеры начнутся. Нельзя отдавать шпионов Алексею, почему? Нет, нет, я говорю, что ему много алюминия сейчас потребуется. Ну, давай, точно, точно. Нет, наверное, обойдусь. Ладно. Зачем я забыл. Вы сказали только что побеждающему человеку, как бы алё. Да ладно, мне не жалко, пускай. Вы посмотрите, ну, как это такое? Рода 3. Слушай, 3200. У нас, кстати, все. Лишили меня алюминия. Спасибо. Купила на максимум. Давайте посмотрим, что по науке. Мост до сих пор в разработке, хотя там ничего нет. Зашибись. Не, ну слушайте, а что вы говорите? Вот смотрите, мы по науке Рим, Кри и я, мы одинаково идем. Я не понимаю, почему вы считаете, что я побеждаю. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!